Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1009. События дня. 2 Тимофея 2, 11, 13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. За 20 сентября 2018 года. Какие события были дня? Я ездил по полям, снимал на видео, как работает наш потеряевский Игорь, фермер. И далее, как у него тут получается. Привозят, как сушат, как увозят. И 7 роликов снял, в один теперь слепить только осталось я, чтобы увидеть процесс. Ну, лишние были банки. Вчера тут сказал, кому долго это выдал банок, сколько там, наверное, не менее 100. Стеклянные, большие, маленькие. Ну, много. И богослужение вечернее. Вот день и прошел. Затруднения были с интернетом из города. Вот помогает программист. Тут трафик кончился. Я вообще не знаю этого слова. Думаю, заплатили только что 550 рублей. Чего еще надо-то? Не дотяну никак до 10 октября. Очень трудно. Начитываю вот сегодня 21-го. После службы пришли. Встал в 4 часа с чем-то. И так ничего не поставил. Она тут же погасла. И нет ничего. Нету. Связи по телефону нету. Ни в сети. Полез на вышку. Обычно высоко, хорошо. Один сигнал дал только. Ну, не связался ни с кем. Но там видно, что я пытаюсь вырваться. А потом никак. Только экстренное. А какое экстренное? Что оно дает? То ли дополнительно денег надо им или... Ну, вот так вот. Это наше объявление. Вот притормозить и можно записать. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вот то, что говорит отец Андрей Кураев. Жутким холодом веет из открытых врат будущности. И, возможно, не такой уж и далекой. Скажу свое наблюдение. Почти 100% число молодых людей, студентов, не беру в расчет приезжих из стран Средней Азии, атеисты, сознательные, презрительно взирающие на веру и верующих. И в чем право, отец Андрей? Первое, религия ассоциируется у них почти исключительно с церковью, православием. Второе, презрение для церкви хуже гонений. Кстати, этот диагноз в ином виде слышал из уст отца Иоакима на одном из собраний вашей общины в Барнауле еще год назад. Видимо, он у вас прозрительный. Материалы по этой ссылке. Тише диак Андрей Кураев, это у него там Ольга Седокова. Мне вспоминается англиканский епископ. Англиканский. Не английский, а англиканский. Личфилдский кит. Вот, читайте.
нашей церкви предстоит пройти не через гонение, а через презрение, довольно-таки заслуженные ее официозом. Так вот. Ну и показать наши ресурсы. Они не работают сегодня. Нету. Вот такое выплескивает и все. Мой мир работает. Вот Владимир Пащенко прочитать. Только сейчас, видно, зашел. Его не было. Что у него тут? Мир вам, Игнатий Тихонович. Слава Богу, доехал хорошо. Дорогой были свидетельства. Раздавал Евангелие. Я его взял на Ползунова. Хотел загрузить видео на свой канал и дать вам ссылку, но не взял шнур для камеры, чтобы снять информацию. Как только достану шнур, так загружу и дам ссылку. Вот опять поехал, шнур не взял. Все время что-то у нас такое есть. Вот я перебираю, приехал, тоже шнура нету. А снимали-то другие, ложили, это снимали-то. Кто тут помогал мне? Я не касаюсь. И все из этих шнуров путаются. Благослови его, Господи. Сегодня богослужение было, все молился, чтобы непосильный на себя не брал нигде. Непосильная – это беда. Полная катастрофа. Так, сейчас. Быстро, заходи.